Приветствую всех зрителей, подписчиков канала, а также гостей, пришедших для просмотра данного ролика. Diablo 4 на канале. Продолжаем играть. Короче, в прошлой серии Зель мы не смогли победить, и в этой мы, наверное, к ней не пойдем. Сейчас опять пойдем по допу. Нам нужно освободить Ниму. Сейчас побегаем немножко, но надо подкачаться, я так понимаю, потому что... Прям что-то из Зеля-то... Не убивается совсем. От слова, блин, совсем не убивается. Может, что-нибудь найдем. Может, я имею в виду оружие какое-нибудь посильнее. Сейчас уже будет, я так думаю, 51 уровень. Я вроде успел отойти, ну ладно. Ну и где нам? Нашел их. Надо вернуть тебя домой. За мной. Она пойдет? Разбросайте овес по земле, чтобы привлечь Ниму. Овес по земле. Сюда. Блин, ну до уровня еще дофига. 200 000 еще. Найдет или что? Подойдите к ними. В чем дело? Сюда. Не удалось отыскать твою верблюдицу, она застряла в зарослях. Нима, ты жива? Я так волновался. Спасибо огромное, добрый странник.
Славная девочка. Рад, что ты в порядке. Так, плюс 54 броня, 22 к силоволе, 2 к железная хватка только для классовара. Да нафиг. Ну сюда пойдем, чё, нам ничего не остается. О, а ну-ка погоди, а где тут у нас? Ну-ка слезь. Целитель, целитель нужен. Пойдем зайдем тогда еще к этому. Пусть разбирает. Или продать, а то что-то у меня уже лямчика нету. А я не могу продать. Ладно, разбираем. Сейчас разберем. Пока не прокачаешься, блин, смысла туда нет идти. Так, надо нам, знаешь что, нам надо кувшин же какой-нибудь. А, где у нас тут? Где такой дает вам неудержимость? К яду и другим отрицательным. Ну давай я одну выпью. Я просто не знаю, что за неудержимость она мне даст на одну секунду. Козлоногих собирать или откуда? Добудьте амулет смерти у Хазара. Это не то. Шаман. Что ли сразу? Не могу понять пока. Я добываю железо. Сколько их там штук? Там это в другом. А вот это запечатанное подношение, блин, это я хрен его знаю, что это такое.
Блин, там подвал. А тут ивент, я не хочу на него идти. Тут есть кто-нибудь? Блин, душа это. Может, ну ее нафиг. Тебе нужна моя помощь. Умоляю, помоги. Я ничего не вижу. Моя любимая где-то в лесу. Совсем одна. Ты еще здесь? Да я-то здесь. Подожди ты, не бросай, мне надо же тут этих раскидать. Вот ты молодец тоже. Где ты? Блин, тут шаман еще это. Где ты? Не бросай меня! Еще здесь? Где ты? Да что ты ноешь? Ты что, не видишь, что тут происходит? Где ты? Не бросай меня! Да, блядь, я нажал! Меня, блин, бесит. Я нажимаю, блядь, под хил, он не хилится. Да ну что за херня? Долблю на эту кнопку, блин, на кью, блин, он ничего не делает, блин.
Куда идти-то дальше? Что делать? Так, это у нас... А, железо собрано, вернитесь к шахосу. Ну ладно, допустим. Это войдите в читальню. Так, пойдем вот сюда. Блин, пацаны, ну вас тут... Так, мы прибыли в место назначения, что мы тут видим? Прошу, воды. Нет сил. Так, наберите воды в оазису неподалеку. Да не вопрос, наберем. Мне хотелось увидеть крепость Амата. Должно быть, это знак. Акарат против. Да защитит тебя Акарат. Обнаружена крепость, ладно. Так, минус 23. Ну, плюс 29, такое себе. Это что такое? Ну что-то, блин. Наградка-то не очень. Так, сейчас пойдем, короче, в подвал. Понадобится время.
Так, да, пойдем в подвал. Я думаю, в этой серии еще и в крепость пойдем. Опять, короче, по сюжетке не продвигаемся, блин. В следующей серии пойдем по сюжету, прям сразу, блин. Горячий источник зачищен. Просто заколебали, честно. Ну какого хрена? Я их тут всех поперебил, вышел, и они уже тут стоят. Так, ладно. Блин, здесь уровень 52. У нас есть возможность еще пойти в один. Тут тоже уровень 52. Но это, наверное, потому что у меня 50. Так, давай вот сюда переместимся. Сдадим квест. Вот, железы, деньги вперед. Ты быстро осваиваешься в Геокуль. Приятно иметь с тобой дело. Опять же, показания, блин, шипов. Так. Ну, куда бы нам пойти? Блин, я не знаю, может мы это захватить. Загрушенный... А что нам это дает? Переместиться мы туда не можем. Мне вот просто интересно, что нам это даст. Просто известность. Поговорить с Агай. Принесите кольцо дяди. Ну-ка, погнали-ка вот сюда. А кольцо что, у нас уже? Я бы просто хотел бы следующий уровень добить. Ко мне попало это кольцо. Это случайно не один из твоих артефактов?
Ну, они не совсем мои, правильнее сказать, что они принадлежат надзирателям. В общем, неважно, давай сюда. О, да. Какая удачная находка. Это кольцо хранит мрачную историю о жадности. На первый взгляд оно так красиво блестит, но на деле дешевка. И что еще хуже, на того, кто украдет кольцо, падет страшное проклятие. Вор умрет. Надеюсь, тебе его отдали добровольно. Но будет лучше, если я его придержу. На всякий случай. Нужна помощь с еще какими-нибудь проклятыми предметами. Блин, а он же дьявол вроде. Я нашел кольцо. Его бросили сектанты из церкви. Ну, в смысле, трех. Не дьявол, но темная сила. Все остальное забрали, а его оставили. Почему? Его чары истощились. Что оно делает, я пока не знаю. Очень люблю тайны. Ему нужна энергия. Нет энергии дешевле, чем демонические сущности. Грубовато, конечно, но сгодится. Кольцо будет лежать в том сундуке. Возвращайся с добычей. Твою вторую половину не тревожит то, что мы убиваем демонов? Я ничего не испытываю к сородичам. Наглые, глупые твари. Бродят туда-сюда, грызутся, умирают. Я не такой. Я решил жить долго. Я же говорю, демон. Так, соберите демоническую эссенцию на кряже Чамбатар. То есть это где-то здесь должно быть? Ну-ка, пойдем. И где тут у нас демоны? Пока ни одного, блин, не вижу. По-моему, это странно, тебе не кажется? Так, во-во-во-во. Чуть-чуть осталось. Я еще не готов.
Так ты мне уже не нужен. Я еще не готов. Вы когда нужны были, бля, вы где-то прятались, собаки. Теперь повылазили. Кольцо было заряжено демонической эссенцией. Вот оно. Ну же, давай его сюда. Нет! Брось! Эта проклятая штуковина благословлена. Она жжется. Неужто не чувствуешь? Ее сделали не для демонов. Пожалуй, рука и вправду зудит. Теперь ясно, почему церкви оно не понравилось. Может, спрячем его в коробку? Нет! Ах, как жаль. Какое разочарование. Забирай кольцо, если хочешь. Тебе оно может пригодиться. Блин, ну и чё, уровень-то не дали. Вон, затуманенный кристалл, это хорошо. Кольцо не очень. Тут подземелье придется. Освобождать. Так, меня тут это с сервера выкинуло. Ну, блин, я отходил от компа. Не было меня где-то полчаса. Но это нормально. Я уже забыл, что кого и что хочу там. Ну, короче. Да, блин, тут одни подземелья остались. Остались одни подземелья. Еще немного и очков получим, ладно. Давай тогда смотреть. На Изель мы не пойдем. Давай-ка, наверное, вот это. А это кто у нас? Скосглин, да? А по Скосглину у нас... Нам нифига по Скосглину не надо. Нам по Киджистану надо. Да, Скосглин нам тоже нафиг не надо. Блин. Тут есть еще, мы можем врата странствий открыть. Нам дадут 20-ку. Этого мало, нам надо 75. Зато за крепости 100 дают. Блин, ну а что, ну пошли, наверное, в крепость. Я думаю, справимся. Только откуда быстрее будет? Отсюда или...
Пойдем сюда. Хочу посмотреть эту крепость. Так, и раз в крепость пойдем. Кузнецу надо забежать. Потому как я думаю, в крепости много будет всяких разных нечисти, блин. Это у нас. Ну, пойдем торговать. Да благословит тебя Акара. Продадим ему просто все и все. Вот, миллиончики есть, хорошо. Я не знаю, за полчаса вряд ли, наверное, мы пройдем. Крепость. Ну, блин, за сколько пройдем? Мне надо, видишь, уровень получить. А потом еще один уровень надо набить. Вот и все. А этот что так встал? Почему, блин? А здесь-то что, кого? Здесь все, что ли? Больше не дают или что? Я не могу понять. Максимальный запас здоровья 8% плюс 100 единиц брони. Бонус максимальный запас при соблюдении условий. 200 силы. Ну отлично, чё. Походу вот это больше не дается. Я-то думал, короче, что вот эти синие дают за каждую вот эту штуку, а когда до конца дадут еще и там. А что мне теперь, блин? Я-то думал прокачиваться. Куда? Всю толпу завалили. Больше времени.
тут что происходит у нас? Мне не хватает ярости. Все что? О, ты кто? Да уйди оттуда, но! У меня мало ярости. Заколебал, блядь, насрет под себя и стоит, смотри. Че за идиотизм? Кто ты? Это не важно. Я пытаюсь нести людям света Карата, и все. Это все? Что ты здесь делаешь? Я всего лишь несу святое слово Закарума тем, кто в него верит. Как-то все это подозрительно. Какая жалость. Из тебя вышла бы отличная игрушка. У меня мало ярости. И этих всех поубивали, ну ладно. Поблизости есть крепость. Да я, блин, понимаю, что тут есть крепость. Я туда думал. Они уже, говорят, 53 уровня, блин. Была 52. Так, как туда попасть? Следуйте форт. Мне не хватает ярости. Что значит исследуйте? Ну вот, я исследую. Ты-то кто такой? Для этого понадобится время. Значит, блин, вот я все. Повсюду в крепости видны следы бойни, но некоторые из тел лежат нетронутыми. Вот что надо исследовать.
больше ярости. Тут завален проходик. И тут я не могу пройти. А ну-ка, стой. А, блин, я-то думал он этот. Ну, ладно. Так, а здесь что исследовать? Народ Кеджестана. Дети Акарата. Слишком долго Хадар, эта жрица зла, сжигала наши посевы, разоряла наши дома, терзала тех, кого мы любим. Она... Ты кто? Ко мне исходит энергия. Тут произошел чародейский взрыв. Блин, он же собака потом встанет. Этот клинок глубоко загнали в камень, куда глубже, чем смог бы простой человек. Кому же или чему хватило на это силы? Кровоток на него вообще не ложится. Ярости. Могильный жезл. Ой. Не туда нажал. Так. Узнайте причину опустошения, да? Сейчас узнаем. Церемониальный посох. Вспоминание. Оборона прорвана! Это безумие! Нам не выжить! Мы умрем, но наш дом не будет вашим!
А что делать? Нужно подождать. А чё кто где? Да ладно. Я еще не готов. Вот опять же выигрывать за счет, блядь, бомжей. Просто куча бомжей. Я еще не готов. Надо 14 секунд еще подождать. Причем бомжи-то шпилят нормально. Нужно подождать. Сколько там еще? 8 секунд. Просто две бутылки, блин. У меня не осталось зелья. О, блин, ты видела, это, блин, было на писечке, мать твою. Ёкарный баба, я думал, мне хана.
Так, и получаем очко умений. А каких именно умений мы получаем? На, вот здесь теперь мы, да, получаем? Ну, офигенно, блин. Как же мне его потратить? Здесь у меня максимальный запас ярости. Тут одна ручка, тут тяжелая рука. Это что? Двуручного оружия вы наносите на 5% больше критического урона. Умение использующее дробящее, блин. Это что? Вы восполняете 3% максимального запаса здоровья за каждый затраченный 100 единиц ярости. Но это хрен его знает тоже, блин. При каждой смене оружия. Не хочу никаких смен. Плотная кожа. Укрепление уменьшает получаемый урон еще на 2%. Пока ваш эффект укрепления превышает 50% максимального запаса здоровья, наносимый вам урон увеличивается на 4. Да это очень мало, блин, все. Вот, на татак дальнего боя меньше получаем и наносим на 3 боли. Блин, давай, а что еще делать-то? Так-то, конечно, блин, хотелось бы тут прокачиваться и прокачиваться, но я смотрю, тут хрен ты так напрокачиваешься. Ладно уж, куда поставил, туда поставил, как говорится. Ну и что, идем в Геокуль. Да и я думаю, что на этом сейчас серию и закончим. Береги себя, в этих краях опасно. Это я уже понял. Да, закончим на этом. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до новых встреч.